Стоянка нормальная, но немного слякотная. Может, после зимы еще не довели до ума. Ну, а так место неплохое. Видно, да, по количеству больших грузов, дальнобоев. То есть место многим приглянулось. Приготовление перед стартом. Реклама на рекламе. Ситуация с погодой не изменилась, также серое небо. Thank you.
прошла информация, сейчас передали по телевидению, что в мае месяца этого года Крымский мост будет запущен для автомобильного транспорта. Так что переправа на пароме уйдет в историю.
Но полотно дороги опять мокрое. Много рекламы. Да ничего интересного на 15-м канале нет. Моросит мелкий дождь. Ну, я говорил уже, что ночью был сильный дождь, барабанил по крыше. Воронежская область провожает нас дождем. Вот дорога изменилась в том плане, что отбойник это тоже М4. Ну вот в темное время суток тут гораздо некомфортнее. Встречные потоки не разделены отбойниками. Да, дорогу, по всей вероятности, будут расширять, потому что очень мало полос. Thank you.
Вот здесь можно получить помощь, любую техническую помощь. По-моему, называется Павловская. Очень прикормленное место. Название или Павлова, или Павловская. Это можно посмотреть на треке. Или Павлова. Ну вот, Большегрос идет, большинство из них идут по обочине, уступают дорогу, но это вежливость. Каждый обгон я благодарил аварийкой. Трасса М4 Дон, направление на Ростов, Краснодар, Крым. Вот это направление. Резко. Ребята едут по обочине, уступают дорогу. Поэтому после каждого обгона... Ну, вот повторяю, почему они двигаются. Ну, резко сузилась проезжая часть по одной полосе в каждую сторону. Трасса М4 Дона.
Все-таки думаю, переименуют трассу М4 Дон в трассу М4 Крым. После того, как, наверное, будет запущен мост и будет построена дорога на Крымском полуострове до Симферополя, Севастополя, ну и дальше. Поживем, увидим. Так, ну дождик немножко моет стекло. Вот эти поездки. Севастополь и Симферополь можно считать уже историческими. Ну, я имею в виду переправа на пароме. Впереди город, ограничение 60. Если будет запущен мост, это, конечно, впереди мобильный пост ДПС, контроль скорости. Очень, ограничение 60. Очень сильно увеличит поток. Местами совсем узкая проезжая часть. Вот при поездке в Севастополь, вот в этом месте, с правой стороны по ходу, мы останавливались на ночевку. Ну, об этом я скажу, когда буду размещать видео Москва-Севастополь. Кто это? Путин! Правильно. Так, только не открывай, положи на место. Хорошо.
Так, ну что еще о трассе говорить? Строится эстакады, развязки. Ну, южное направление одно из самых оживленных трасс. Примерно как М7, М5, ну вот М4 тоже. Да и на Питер тоже, господи, что греха таить. Верещит там что-то. Вот временами есть отбойники между встречными потоками, временами нет. Затрудняюсь сказать, это платная, это платный участок или государева дорога, пока не знаю.
виды открываются иногда очень красивые. Подъемы, спуски. Даже вот в такую погоду это красиво, просторы. Впереди мобильный пост ДПС контроль скорости. Ограничение 90. Ну, конечно, в ясную погоду было бы красивее. Сейчас не могу вспомнить, в Севастополь такая же будет погода или нет. Иногда моросит дождь.
Есть камера. Ограничение 90. Ну, такие напоминания не полезны. Но в последней прошивке, по-моему, убрали это зря. В последней прошивке видеорегистратора DATACAM 6 MAX, я имею в виду. Впереди камера. Ограничение 90. Сейчас. Я решил на сегодня закончить. Ну ладно. Завтра.
холодильник это. Двигаемся в сторону Ростова на Дону. Трасса М4 Дон. Что комментировать? Все видите сами. Продолжаю загорать.
Ленинградка. Это радар-детектор реагирует на заправку. На двери. Кривоногий собственной персоной. Так, короткий, наверное, отдых. Вот магазины на заправках. Конечно, это хорошо, но дороговато. Да, немножко отдохнем. Или по телефону болтает, или радиостанцию отключил. Впереди камера. Ограничение 90.
Впереди мобильный пост ДПС, контроль скорости. Ограничение 90. Особенность движения в Ростовской области. Все большие грузы двигаются по крайней левой полосе. Я неоднократно спрашивал, почему они говорят, что правая полоса плохая, разбитая. Вот, то есть тут правило движения наоборот. Такое, по-моему, только в Ростовской области. Выше что-то я не припомню. Хочешь обогнать?
выходи на правую крайнюю. Вот такая фишка в Ростовской области. Ну, деревья все серые, и вот эта разделительная полоса, такой жидкий отбойник встречного движения. Продают, покупают топливо. Какой-то диалог идет с дальнобойщиком. Мобильный пост ДПС, контроль скорости. Ограничение 90.